Анапский энергорайон расширяет границы. Новые жилые массивы требуют обеспечения инфраструктурой. Бригада филиала «Кубаньэнерго» юго-западные электрические сети завершает монтаж на новой подстанции. К новостройкам смонтирована линия электропередачи. Построить новую линию мало. Необходимы дополнительные мощности для подключения. Возможность нарастить мощности дает инвест-программа. С городскими властями согласованы ключевые точки приложения инвестиционных усилий. В 2016 году на самом деле очень большой комплекс работ был выполнен. В части распределительных сетей это 6, 10, 0,4 киловольта, сумма порядка более 190 миллионов была потрачена, реконструировано было и построено порядка 80 километров линий электропередач данного класса напряжения и порядка 75 подстанций 6, 10, 0,4. Также было проведено техобслуживание, техремонт порядка 200 километров линий электропередач данного класса напряжения и порядка 50 подстанций. На этот год планы еще внушительнее. 250 миллионов направят на строительство новых распределительных сетей. Без малого миллиард вложат в модернизацию подстанции «Пионерская». За последние, наверное, 3,5 года очень огромный комплекс работ именно в городе Куртианапа проведен. Мы можем вспомнить и реконструкцию подстанции ЖМТ с увеличением трансформаторной мощности и масштабную, грандиозную реконструкцию подстанции Анапской, также с увеличением трансформаторной мощности. Это ключевые подстанции города-курорта Анапы. Как я уже сказал сейчас до этого, это сейчас идет реконструкция подстанции Пионерской, ну и плюс серьезные вложения в распределенную сеть города-курорта. Эффект от этой работы в сокращении числа аварий на 60% по сравнению с прошлым годом. Проблему доставляют частные сети, но над решением тоже работают. Энергетики уверены, в ближайшее время отключений будет минимум и просят жителей Анапы набраться терпения.